Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Давненько я не готовил пасту. Да к тому же и вы меня уже 100 лет назад просили приготовить карбонару. Давайте сегодня покажу. Споров на тему аутентичности рецептов великое множество, да и копий на эту тему словно немало. Я расскажу все, что знаю. Спагетти карбонары – это традиционный итальянский рецепт, принадлежащий в большей степени региону Лацио. Столицей этого региона является Рим. В состав этого соуса всегда входит сырое куриное яйцо, сыровяленая свинина, гуанчале – это щековина свиная, или панчетта, ну это бекон, твердый итальянский сыр, это пекарина романа, овечий сыр, и иногда добавляют, а иногда только его используют, пармезан-реджано, ну и естественно черный перец. Иногда добавляют обжаренный лук, и иногда, но правильные повара итальянские за это сразу убивают, добавляют сливки. Впрочем, пройдем на рабочее место, все покажу. Все готовится очень быстро. Одновременно начинаю заниматься соусом и готовить спагетти. Пока закипает вода, нарежу панчетту ломтиками. Гуанчале, щековина, имеет значительно меньше прослоек мяса и значительно больше жира, поэтому блюдо получается с ней более жирное. Выбирайте на свой вкус, что вам ближе. Вода закипела. Отправлю вариться спагетти и сразу начинаю обжаривать панчетту. Если вы собираетесь приготовить разновидность карбонары с луком, то сейчас самое время его добавить. Я, кстати, пару раз встречал любителей и с чесноком ее приготовить. Обжарка идет полным ходом. Надо периодически помешивать. А я тем временем взобью яйца. Обычно расчет такой. Одно яйцо на одного едока. Иногда добавляют еще дополнительный желток. Сразу же сюда отправляется небольшое количество натертого пекарина романа. Ну и черный перец. Это твердый сыр из овечьего молока, я говорил вначале. Что тут у нас с панчеттой? Я думаю, уже пора убавлять огонь. Вообще, я очень часто готовлю пасту, потому что, во-первых, это очень быстро, а во-вторых, мои малолетние операторы, если кто-то еще не видел, загляните в конец этого ролика, ее обожают и едят практически всегда с удовольствием. Они у меня, кстати, не только снимают, но и рвутся, готовясь на камеру. Пока мастерства недостаточно, я им этого не позволяю. Поэтому пока вы можете посмотреть вот на эту юную мастерицу. Обитатели планшетов, не переживайте, ссылку на ее канал дам в описании ролика. Очень бойкая девочка, конкурентка. Спагетти готовы, перекладываю их в панчетти. Нет нужды упоминать, что варить спагетти необходимо до состояния альденте, что значит на зубок. Перемешиваю, чтобы паста пропиталась этими ароматами. Почему альденте? Дело в том, что сейчас паста в сковородке все еще продолжает готовиться. Если ее выложить сюда в уже полностью сваренном состоянии, то соус она в себя впитать уже не сможет, некуда будет. Все, нагрев под сковородкой выключил. Теперь переливаю сюда яично-сырную смесь и быстро перемешиваю. Очень важно не перегреть смесь, яйца не должны свернуться. Перекладываю в тарелку. Теперь немного пармезана сверху и обязательно свежемолотого черного перца. Готово. Посмотрите на это великолепие. Густой соус обволакивает спагетти. Аромат панчетты. Итак, пробуем. Великолепно. Да, кое-где в этот соус ливанут сливок, но они... не мы. Это очень простой и очень хороший соус. Главное достоинство которого – именно вот такая шелковистая текстура. Если яйцо свернулось, это уже не карбонара. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Не забудьте заглянуть на канал к Злате, ссылка в описании. Бойкая девица, конкурентка растет. Пишите, что еще вы хотели бы увидеть в нашем маленьком шоу, и мы с операторами постараемся и приготовим. Новые зрители, в описании видео также вы найдете ссылки на соцсети Instagram, ЖЖ, ВКонтакте. Там я публикую фотографии и те рецепты, которые не успеваю снимать на видео. Загляните, я думаю, вам понравится. Спасибо за компанию, всем пока!